Только положительные, но счет на табло 1-0 проиграли. Конечно, дебют, можно сказать, не удался, то, что проиграли. Но будем работать, идти дальше. Следующая игра уже. Но эта игра забывается, идем к новой игре. Только вперед. Мы играли в обороне внимательно, старались все ошибки убрать в обороне. Но вот один рикошет, второй рикошет, и нам забили гол. Ну, это футбол. За это и люди любят футбол, за голы. Ну, когда пропустили гол, мы начали уже более активно играть в атаку, потому что ЦСКА уже тоже подсела, они устали, нам нужно было отыгрываться. И у нас было пару моментов, которые надо было реализовывать. Ну, как получилось, вы видели. Не смогли забить, но надеемся, на следующую игру мы исправимся.